обязательно тоже вот там. Сегодня вы попали, знаете, как первый полет Гагарина. Знаете, кто такой Юрий Гагарин? Да. Он полетел первый в космос. Вот вы сегодня первый, кто летите в космос. Наш космический корабль называется «Ноты в картинках». Сейчас вы будете рисовать ноты. Музыку, которую вы сейчас услышали. Ее можно не рисовать, ее можно написать словами. Может, прям вдруг вас осенит написать стихотворение. А можно, да, должен их осолить. Я один раз записала ноты. Может быть, вы захотите вырезать свое стихотворение. Ты не знаешь ноты, но вот ты сейчас их услышишь. А потом ты их как будто бы представишь, увидишь. Ну, то есть сейчас давайте мы, например, прослушаем одно произведение, да? И поговорим о нем. Да, давайте вот так. Послушаем произведение, поговорим, а потом начнем творить и слушать новое произведение. Хорошо? Редко и мягко. Редко и мягко. Как будто вы прыгаете.